Вот сегодня 14 июня 2021 года, 70 лет исполняется Арсену Николаевичу Сокурову, известному режиссеру. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к Сокурову как к режиссеру? Как вам его фильмы? Не могу сказать одно, что любой фильм его заставляет как бы размышлять, философствовать. Это сложное кино, оно многогранное кино. И не каждому оно понятно, язык его понятен далеко не каждому. То есть, мне кажется, даже, может быть, какая-то спецподготовка требуется, потому что просто так, без определенного, скажем так... То есть, у него свой кинематографический язык, который, понятно, понятен, я думаю, что в любом случае узкому кругу людей. Но чем больше этот круг будет расширяться, тем, наверное, это лучше, потому что формируется у каждого человека вкус кино. Когда я посмотрел первый раз фильм его «Одинокий голос человека», я ничего не понял, честно скажу. Мне казалось, и я заснул даже на определенном моменте. Это было лет 20 назад. Вот. Я просто говорю, первый опыт мой, вот, когда я... Такое артхаусное кино, кино не для всех, интеллектуальное фестивальное кино. Не зря. Наверное, поэтому он такой аутсайдер, режиссер-аутсайдер, который, опять же, не для всех. Ну, кино вообще массовый вид искусства, вообще как бы предназначен для всех, так, теоретически вообще. А как вы относитесь? Я считаю, что Александр Николаевич, безусловно, большой талант, прежде всего, и, на мой взгляд, это один из немногих режиссеров, который нашел некий универсальный код, который способен выводить зрителя на диалог с автором, причем это по... просмотру работ получается, что диалог с автором превращается в диалог зрителя со зрителем, самим собой. То есть он открывает что-то для себя через его работы, и это большая работа творческая, внутренняя, режиссерская, и при этом сохраняется как раз вот этот вот культурный посыл в массы. Это он гений. Скажите, пожалуйста, а вот любимый ваш фильм какой? Вы знаете, очень сложно вычленить... Ну, который хочется смотреть и пересматривать не один раз. Я тогда, наверное, смогу ответить после того, как еще раз все пересмотрю, потому что я их смотрел на протяжении не одного года, взрослея, умнее, делая какие-то шаги назад, чтобы сделать два шага вперед, поэтому это сложно, это поток. Ну вот сейчас как раз проходит ретроспектива фильмов Александра Николаевича Сокурова на Ленфильме. Все мы можем прийти, посмотреть. А ваш любимый фильм Сокурова? Ну, я бы посмотрел «Молох», например, фильм. Вот, например, как-то я его тоже посмотрел, но с первого раза, то есть, раскодировать весь его язык, это очень сложно. То есть каждый фильм, мне кажется, требует какого-то повторного просмотра, потому что мне вот с первого раза не все понятно, хотя я, в общем-то, киногурман. Я на все кинофестивали езжу мировые, и в Каннах, и в Берлине. Я знаю, как его любят и чествуют. Потому что это действительно, ну, гений. Вот я согласен со Стасом. Вот. И, ну, вот «Эрмитажная» вот эта серия у него интересная. Последний фильм про Рембрандта. И его не фильм, по-моему, а это вот документальный вот перформанс, который был вот на Венецианской биеннале, да, и он был участником. У него же, кроме кино, как бы еще есть участие во многих таких вот статусных проектах, которые представляют Россию вообще за границей. И я ходил на встречу с ним, вот это была встреча в Новой Голландии с ним, с Петровским и с Сокуровым. Слушал вот их, это одно просто, ну, как сказать, удовольствие слушать таких мастеров. Опять же, я там понимаю 50% вот всего, что вокруг вот того же Рембрандта, вот того документального фильма, который был на Венецианской биеннале, и инсталляции «Эрмитажной», да, вот этой в российском павильоне. А как вам кажется, почему все-таки не может Александр Николаевич снять какой-то фильм, ну, хит для всех, вот? Как Сокуров все-таки снимал, хоть и непонятно, но у него фильмы все-таки, каждый фильм хит. Почти каждый. А мне кажется, что ему просто это неинтересно. То есть он нашел, как бы, он живет в своем мире, как бы, он вообще, мне кажется, такой, как бы, даже отшельник. То есть я таких много примеров знаю, и вообще в целом, как бы, вот, не только в кинематографе, а в целом. Многие... А зачем отшельник, если он отшельник, занимается такой политической деятельностью? Во-первых, у него свой взгляд, он очень прямолинейный, он очень,
как бы острый на язык, поэтому его публично как бы не пускают в публичное поле его. Вот. И вот я думаю, что узкий круг людей его ценит прежде всего за его прямолинейность, вот эту честность и вот этот взгляд объективный, который он как бы транслирует в мир, потому что это сегодня очень редкостно, и это такое на уровне подвига, я считаю. Ну а как вы считаете, вообще не мешает Александру Николаевичу занятие политикой? Александр Николаевич никогда не был и, к счастью, никогда не станет конъюнктурщиком. Это его отличает от большинства современных режиссеров. При этом его работы уникальны тем, что их нужно смотреть, безусловно, в контексте. И воспринимаются они тоже конкретно в момент, когда происходит просмотр или знакомство с его проектами, работами, его диалогами с кем-либо и монологами в том числе. А вот Александр Николаевич как-то в одном из интервью сказал последних о том, что он вообще ошибся в выборе профессии. Как вы считаете, он ошибся? Мое восприятие таково, что, опять же, к счастью и, разумеется, нет. При том, что это, наверное, не профессия, это все-таки дар. Я не могу его представить занимающимся чем-либо другим, кроме как тем, чем он занимается. А вы как относитесь к этим словам, что он ошибся в профессии? Ну, я думаю, что мы каждый задаем себе вопрос. Вот, допустим, я могу задать себе вопрос, правильно, у каждого свой путь, да? И он, у него, я думаю, что он непростой путь, тернистый путь, потому что он борец по жизни, он борется с системой. Он борется, мне кажется, вообще, наверное, и борьба с самим собой какая-то идет на внутреннем таком уровне. А правильно я вот это делаю? Нужно ли это вообще оно мне? Поэтому он уходит в себя, анализирует. Это свойственно любому человеку, но это психология человека. Вот его называют режиссером-философом или философствующим режиссером. Как вам кажется, удается ему выразить какую-то рельефную, какую-то вот философскую мысль, идею? Конечно, это философский, это однозначно философский язык, который наполнен кодами разными, которые раскодировать простому смертному, мне кажется, вообще не дано, потому что это только он знает, и люди приближенные, как бы, потому что у него своя школа, ученики есть, как вот у Иисуса были свои ученики, они понимали его язык с полуслова. Не все понимали. Ну, как бы, не все понимали, но вот эти ученики. И не всегда. Поэтому, я просто знаю, вот фильм «Мальчик», например, который был в Берлине показан, его ученик снял, да, и другие, вот, плеяды целые молодых режиссеров, да, это вот клон, как бы, он готов. Ну, то есть я радуюсь тому, что у него есть ученики, последователи его вот этой эстетики, что ли, я бы сказал, кинематографического языка. А вы можете выразить какую-то, сформулировать какую-то философскую идею, которую вы обнаруживали в фильмах Сокурова? Наверное, прежде всего идея в том, что нужно искать себя и искать в себе. К счастью, его фильмы – это работы, которые сподвигают на диалог с собой. Этим он и отличается как философ, и, наверное, не побоюсь этого слова, как ученый, заложивший определенную школу, дающую определенное восприятие. И, опять же, возвращаясь к предыдущим вопросам, то, что нам дает Александр Николаевич, это он дает всем, но при этом каждому лично. То есть каждый сам для себя что-то открывает и транслирует в мир дальше после соприкосновения с его творчеством. Первый фильм Александра Николаевича Сокурова «Одинокий голос человека». Скажите, пожалуйста, вот чем вам интересен этот фильм? Ну, я бы так сказала, я бы лучше посмотрела еще раз. Я смотрела его, конечно, давно. Мне интересны все работы мастера, потому что я, во-первых, я снималась у него в двух фильмах, мне повезло в такой жизни. Я играла в «Молохе», «Макдугебель», «Сынь»,
Ну, если бы Макбук Гебель сыграли, это просто бесподобно. Да, поэтому с великим почтением к мастеру я стараюсь не пропускать все даты, все показы. И в надежде еще раз его обнять и сказать спасибо за все, что он за время этих съемок вложил мне. А что он за человек? Он вообще достаточно закрытый, на мой взгляд, человек. Нет? Мне кажется, что все гении достаточно закрыты. Это нормально. Это уже истина такая. Закрытый, конечно. Потому что когда у тебя так много в голове мыслей, тебе некогда эту информацию выдавать всем подряд, понимаете? Да, закрытый, иногда непонятно. Скажите, вот в фильме «Молох» там есть такая фраза, которая и меня тоже очень смутила. Когда говорят о Освенцим или Аушвиц, и Гитлер недоуменно спрашивает, да, да, что это? Вроде бы как он и не знает, что существует концлагеря и существует лагеря смерти, Аушвиц. Как-то вот это немножко резануло, эта фраза. Я думаю, это не конкретный такой вопрос, а что это. Это как бы всеобщее такое обобщение, мне кажется, что Гитлер о многих вещах не знал, которые творились вокруг. Вы уверены в этом? И про лагеря смерти Аушвиц он не знал? Нет, конечно, он знал. Он знал. Я просто говорю, что это такая обобщающая фраза, которая дает на секунду задуматься. Так. Да, мы же говорим о человеческом факторе. Александр Николаевич показывал его психологическую натуру, его характер, из кого вдруг вырос такой монстр, да? И вот художника. Из художника. И вот такими маленькими вопросами, которые вы задумались. Вот вы задумались, и хорошо. Вы задумались и, наверное, попытались что-то узнать об этом. Вот какую бы роль вы хотели сыграть в фильме Александра Николаевича Сокурова, который бы он снял? Не знаю, конкретно не могла бы сказать, какого, какую роль? Автора, экранизацию какого автора, допустим. Могу сказать о характере. О характере сильной и нежной женщины. Но реальной героини нет. Реальной нет. Нет, у меня таких иллюзий и мечтаний нет. Конкретных. Вы смотрели фильмы Сокурова Александра Николаевича? Да, смотрел. Ну, какие? «Фауст» смотрел, «Молох» смотрел. Что-то еще, конечно. Ну, не все. И чем вам интересен почерк этого режиссера? Ну, своей непохожестью на остальных. Индивидуальностью, естественно. Ну, не хочется банальности просто говорить. В данном случае. Его называют философствующим режиссером. Я такого плана фильма не знаю. А вы какой? Не всегда понимаю вообще, но пытаюсь, по крайней мере, постичь. Ну, а как-то вы улавливаете какую-то философскую идею в его фильмах, которую можно как-то вот высказать? Я воздержусь, мне кажется, это будет нескладно. Ну, а любимый фильм из тех, которых вы посмотрели? Ну, на самом деле, мне «Фауст» понравился. «Фауст»? Да. Ну, ведь он, на мой взгляд, все-таки он достаточно далек от первоисточника. Хотя, нет, я понимаю, но вопрос не первоисточника, наверное. Тарковский тоже снимал свои фильмы, вроде бы «Солярис», вроде бы… Но это можно сказать, что это «Фауст» Сокурова, это в большей степени, чем «Фауст» Гёте. Правильно, так ведь и «Солярис» – это тоже нелепо. Это Тарковский снял. Ну и, так сказать, «Пикник на обочине» – это не «Сталкер», это понятно. Это далеко не Стругацкий, да? Да. Поэтому, как бы… Но вот фильм все-таки, на мой взгляд, вот «Одинокий голос человека», его первый фильм, его дипломная работа, он наиболее близок к первоисточнику, вот к Андрею Бондонову. На этот фильм посмотреть, потому что не было возможности раньше. Скажите, а вот почему и фильмы Сокурова не показывают там широким экраном как-то вот? Что, у них маленькая аудитория? Маленькая аудитория, и она становится, мне кажется, все меньше и меньше. Это касается не только Сокурова, это касается, в общем-то, мне кажется, вообще серьезного кино. Ну, блокбастеры собирают все-таки кассу? Потому что там думать не надо. Не надо так. А как же снимать кино, если денег? А кино отечественное практически не окупается.
не окупается. Но я так понимаю, что на Западе это тоже в основном на блокбастерах делают ставку, а не на интеллектуальные кино. Такого кино там тоже немного, и тоже, я думаю, не сильно окупается. Ну, мне так кажется. И что же ждет наше, что же ждет наше киноискусство? Наше? Полный ширпотреб голливудский? Ну, по-моему, да. Потому что, я не знаю, мне кажется, все-таки... Не кино, не искусство должно быть понятно массой, а масса должна пытаться понять искусство. Вот вы пришли посмотреть фильм на Ленфильме «Одинокий голос человека» Александра Николаевича Соколова. Вот чем вам интересен этот фильм? Ну, первая работа режиссера Александра Сокурова, которого я недавно открыл для себя, и хотелось бы увидеть эту работу, которую я до этого сам откладывал. Знаю ее историю. Хотелось ознакомиться в кинотеатре. Ну, а какие фильмы еще вы смотрели? «Тихие страницы», «Отец и сын». И нашел билеты на «Аврору», на другие фильмы, которые доступны. На чем вам почерк нравится вот этого режиссера? Лирика. Очень близкая лирика по человеческим темам. «Отца и сын» темы очень близки. Темы, конечно, были донесены до меня не сразу. Там очень сложный киноязык для меня. Вы пришли на фильм Александра Николаевича Сокурова. Какой именно? «Одинокий голос человека». Вы знаете, по какому произведению снят фильм? Да, там несколько было на сайте написано, но... Да, наверное. Хорошо. А вот почему вы какие-то другие фильмы смотрели Сокурова? Нет, я смотрела этот фильм и решила пересмотреть его. Ну, в кинотеатре намного приятнее смотреть. Атмосфера. А чем вам вообще нравится Александр Николаевич, его киноискусство? Атмосферой, музыкой и, наверное, посылами. Очень редко, когда молодым людям нравится искусство такого художника, Александр Николаевич Сокуров. Сейчас блокбастеры, там всякие там тиктоки. А вот вы, наверное, не современная очень девушка, да? Да. Вот, вы, наверное, как Офелия. Можете сравнить себя с Офелией? Не знаю. Вот мы пришли посмотреть фильм сегодня «Одинокий голос человека» Александра Николаевича Сокурова. Вы смотрели этот фильм? Нет, к сожалению, не смотрела, поэтому и пришла, решила приехать. А какие фильмы смотрели? Я, собственно, смотрела «Фауст», «Молох», «Солнце», «Эрмитаж» был такой вот документальный фильм. «Русский ковчег». Да, 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 да. «Телец», всю эту вот тетралогию, собственно, всю философскую пересмотрела. А вот вы видите какую-то философию в этих фильмах? Я думаю, что да, во всех фильмах такая вот жизненная философия. Ну какая? Вот можно ее как-то верифицировать, определить? В чем смысл? Смысл в том, чтобы жить не предавая, жить не во лжи и жить по-человечески. Вот мы сегодня пришли в кинозал Ленфильма, чтобы посмотреть первый фильм Александра Николаевича Сокурова, дипломную работу «Одинокий голос человека» по рассказу Андрея Платонова. Вот вы когда смотрели этот фильм? Я не смотрела этот фильм, к стыду к своему. И я к своему же стыду мало смотрела фильмов Сокурова. Но я думаю, что я на пути исправления этой ошибки. И я слежу... отчасти за тем, за его гражданскими, скажем так, поступками, за его позицией относительно того, что происходит в стране, за его участием в каких-то благотворительных проектах, за его учениками, там, за Кантемиром Балаговым. И я думаю, что для меня вот язык Сокурова, он, ну, может быть, даже сложен. Я не очень подготовленный зритель, я так как-то чувственно, эмоционально, скажем так, да, там, реагирую, мало
ну, с такими кинематографическими столпами, это мало, может быть, знакомо, но я думаю, что это счастье, что мы живем и можем в то время рядом с такими людьми, важными для России, важными. И будем смотреть, слушать. Скажите, пожалуйста, вот кинорежиссеру Сокурову не мешает, так сказать, занятие некой политической деятельностью? Я думаю, что нет. Я думаю, что кинорежиссер – это человек. И человек, который хочет, неравнодушный человек, который хочет что-то поменять и может что-то поменять. Я думаю, что это на удивление, наоборот, редкое какое-то качество, когда политика не самое чистое дело, да, и редкое качество сохранять какую-то честную человеческую позицию, не трансформироваться. Иметь и пытаться донести хотя бы вот эту вот позицию. Это очень хорошо, что хотя бы Сокуров, немного же людей, кто может ее высказать, донести. К сожалению, вы не слышите. Вот это вот, да. И, к сожалению, наша культура, видимо, на таком уровне, что мы не смотрим, где мы сейчас можем посмотреть его фильмы, да, там, я не знаю, культура канал будет показывать его фильмы. Не обратила внимания. Слава богу, что Ленфильм, Аврора, да, будет показывать его документальные фильмы, но этого всего мало, то есть уровень нашей культуры не позволяет доносить большей части зрителей. Вы пришли на фильм Александра Николаевича Сокурова? Да. И чем вам интересен этот фильм? Я, насколько знаю, что это дебютный его фильм, и мне очень хотелось его посмотреть. Я знаю его историю, что его в ВГИКе в свое время запрещали и говорили, что его нужно уничтожить, эту кинопленку. Я смотрела у Сокурова уже «Фауст», меня он невероятно поразил. Я надеюсь, что «Одинокий голос человека» оставит не менее потрясающее впечатление. Вы знаете, почему произведение снят фильм? По рассказу Платонова. Андрея Платонова. Да, по рассказу Андрея Платонова. А вот, в принципе, вот чем вам почерк Александра Николаевича нравится, в отличие от других режиссеров? У него свой киноязык. Он производит на меня такое впечатление. Я, честно говоря, мне даже тяжело как-то это выразить, чем именно. Но смотря его работы, я ощущаю, что это настоящее киноискусство, которое ни на один раз не проходное, а что-то такое великое, что в душу западает. А вот что вам запало в душу? Какая-то идея, которую вы можете сформулировать? Возможно, место человека на земле. Наверное, так. Почему вот вы пришли на этот фильм «Одинокий голос человека»? Сложно что-то простое сказать. Во-первых, потому что Александр Николаевич Сокуров удивительный режиссер. И фильмы, которые он делает, их невозможно пропускать. И возможно посмотреть их на большом экране. Это достаточно редкая возможность. А какой бы вы хотели фильм еще увидеть, вот снятый Александром Николаевичем? Что какой-то... Именно на большом экране? Да, вот какой фильм? Экранизацию какую-то как? О чем? Слушайте, его тетралогию о власти, вот всю. Тут как раз она и будет. Я говорю, вот ему сейчас 70 лет, вот что бы вы посоветовали ему еще снять? Снять? Это интересный вопрос. Лучше всех знать, что... Что я буду снимать? Надо подумать. Наверное, было бы интересно его обращение к современности. Он когда-то даже говорил, что ему, в принципе, неинтересно современное время, современный человек. Он снял «Московскую легию», да, про Ельцина. Может быть, так снять «Петербургскую легию»?
Ну, может быть. Как документальный фильм. Да, документальный. Ну, может быть, может быть. Но мне кажется, как бы сложность говорить, потому что лично для меня Александр Николаевич Сокуров — это, ну, выдающийся человек. А ему не мешает занятие политикой? Нет, вы что? Я думаю, что, понимаете, в том-то и дело, что вот как бы его обращение к какой-то политической, к социальной сфере, оно ведь потому к ней обращается, что это не просто какая-то политика, не что-то отвлеченное, а именно часть нашего сегодня, нашего дня. И когда он говорит о политике, он ведь не просто говорит о политике, о чем-то отвлеченном, о чем-то, о чем можно взять, там, поговорить и забыть, а в том-то и дело, что это часть нашей жизни сегодняшней. И причина, по которой политика сейчас именно такое место занимает в нашей жизни. Ведь это, ну, совершенно не случайно. Это часть какого-то исторического процесса, который совершается в наши дни. Я думаю, что Александр Николаевич Сокуров очень чутко все это чувствует и улавливает. Вот, вот такая у вас такая внешность. Вы, наверное, киноактриса? Нет, я режиссер. Вы режиссер. Ну, в общем-то, близко, да. Я почти угадал. Вот вы какой хотели бы снять фильм? О чем? О чем? У вас мечта есть снять какой-то фильм? Как режиссер? У вас есть, да, какая-то идея, какой-то замысел, проект? Попытка выхватить что-то из реальности, что могло бы позволить мне взглянуть по-другому. Это образ. Ну, какого-то реального замысла, идеи нету, да? Ну, текстуально. Меня спрашиваете о том, что я еще не сняла. Ну, если есть идея, то уже полдела. А вот чем вам нравятся фильмы Сокурова? Тем, что они цельны. А у них есть какая-то философия? Да, странная смесь. Интересно. Или вас больше привлекает чисто зрительный образ, музыка, никакой, так сказать, вербализованной идеи? Нет, система мышления. Авторская. Киноязык? Которая, да-да-да, воплощается в таких образах. Вы считаете себя учеником Александра Николаевича? Странно, но нас учит все, что появляется в нашей жизни до нас. И так как я смотрела его фильмы, то можно сказать, что я ученик и его в том числе. Любимый фильм? «Восточная лига». Мы пришли посмотреть фильм «Одинокий голос человека». А что вас привлекает в этом фильме? А я его никогда не смотрел в кинотеатре. Ну, почему вам так хочется посмотреть его на большом экране? Потому что я вообще смотрю Сокурова всю жизнь. А вас не смущает, что он реставрированный фильм? Я смотрел еще, когда он был не реставрированный, в 84-м году. Нисколько. Я тогда, наверное, тоже его и смотрел. Да? Да. Приблизительно первый раз. Ну, тогда только смотрели только на экране. Я смотрел у нас на факультете. Да, да, нет, я имею в виду, что с тех пор было очень мало возможностей смотреть на экране. Скажите, пожалуйста, вот какие еще фильмы любимые у вас Сокурова? А я не скажу, что у меня есть любимый фильм Сокурова. Не исключено, что «Одинокий голос человека», скорее всего, и есть. Может быть, не знаю. Ну, у меня-то точно. Это такое еще какая-то такая первозданность, какая, я бы сказал, даже какая-то девственность. Нет, мне очень интересна вся вот эта трилогия про великих. Ну, там я бы не взялся выбирать один фильм. А чем вот вам привлекает киноязык Сокурова? То есть сложный вопрос. Я бы не взялся на него отвечать. А почему он не может снять какой-то хит для массового просмотра, так чтобы все посмотрели? В свое время... Да вообще достаточно людей, которые это делают. Как бы каждому свое, мне кажется. Ну, кино вообще искусство такое массовое. Всякое. Абсолютно не обязательно массовое. Потом, насколько я понимаю, что у Сокурова достаточно аудитория, если его сравнивать со многими другими. Спасибо, что вы пришли. Сегодня действительно особенный день. А, как вы, наверное, знаете, сегодня день рождения режиссера Александра Сокурова, который много лет работает и работает по сей день на киностудии «Ленфильм».
И за последние годы это так мы открываем здесь, наверное, это первый раз такую большую масштабную ретроспективу этого режиссера. Каждую неделю, по крайней мере до 14 июля по понедельникам, а дальше по выходным, мы будем показывать фильм «Мастера». 14 июля — это не случайная дата, потому что ровно через месяц мы откроем на Ленфильме вот в 6 локациях такую большую выставку путешествия по мирам Александра Сокурова. Я хочу поздравить, во-первых, замечательного режиссера с днем рождения, а во-вторых, пригласить — все сеансы ретроспективы будут представляться разными критиками, участниками съемочной группы, другими людьми, философами. Ну, в общем, мы будем сообщать в наших соцсетях каждую неделю о том, кто представляет тот или иной фильм. Расписание ретроспективы уже полностью есть. Закончим мы как раз, как и выставку, в конце августа, впервые, наверное, мне кажется, что впервые в мире мы покажем одним сеансом всю тетралогию «Власти», то есть «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст». Вот. Надеюсь, что это будет большое событие. Вот. А сегодня мы начинаем показ первого, собственно, фильма Александра Сокурова, который он снял в «Авгике». Это удивительная детективная история, как он его снимал, как фильм ложился на полку. У фильма две даты, 78 и 87 год. То есть в 78 прошли съемки, а в 87 фильм вышел к зрителю. И то, что вы увидите сейчас, это, собственно, версия, которая отреставрирована самим Александром Николаевичем. Мы 2 года назад в этом же зале представляли... Мировая премьера была этой реставрации на таком специальном мероприятии. Называлось оно «Коллоквиум Фипресси», посвященный российскому кино. Приезжали, соответственно, зарубежные киноведы и кинокритики смотреть российское кино, и там Александр Николаевич сам представлял этот фильм. Вот, и это удивительное, конечно, ощущение — смотреть этот фильм на большом экране, потому что, ну, после 87 года он довольно редко появлялся на экранах страны, а в таком качестве, по-моему, его показывали только несколько раз в разных городах, когда сам Александр Николаевич его показывал. Вот. И мы попросили нашего друга Александра Скидана представить эту картину вам, и я с удовольствием приглашаю его сюда. Саша, спасибо. Спасибо Ленфильму, спасибо Косте. Большая честь открывать ретроспективу большого режиссера. Его дебютный фильм «Одинокий голос человека», снятый в 78 году, действительно чудом уцелевший. Подменили пленку, чтобы смыли другой фильм. По некоторым предположениям, это был один из негативов одного из фильмов Эйзенштейна. Вот. Но об этом вы можете прочитать в воспоминаниях, в разных книгах, в Википедии, в интернете, в статьях. Это уже легенда, часть мифа. Я бы хотел сказать о другом. Я не кинокритик. Вот. Но я очень хорошо помню потрясение 87-го года, как я вышел совершенно ошарашенный. По-моему, показ этот был в кинотеатре «Ленинград», где сейчас культурный центр «Ленинград». Вот. И было полное ощущение, что начинается какая-то совершенно новая эпоха в кинематографе, вот. Пусть и с опозданием на десятилетие. То есть, конечно, мы проецировали тогда это в конец 70-х. И тем не менее, вот, ни Бергман, ни Тарковский, ни Кира Муратова, ни Пазолини, что-то другое. То есть, по этому же первому фильму было совершенно безусловное ощущение, понимание того, что появился огромный художник и мыслитель. Вот. «Одинокий голос человека» снят по
рассказу Андрея Платонова «Река Потудань» или «Потудань». Плавающее ударение здесь нагружено смыслом. Вот, и это движение, оно есть и в фильме, и хотя это реальный топоним, тем не менее, Платонов наделяет его, конечно, метафизическим смыслом. И мне кажется, этот смысл бессознательно или намеренно улавливает, конечно же, Александр Сокуров. И весь фильм прошит этим ощущением названия реки. Сейчас я это разверну чуть более подробно. Вот. Проза Платонова, понятное дело, великая, грандиозная, совершенно головокружительная и не поддается экранизации. Есть только две удачи на нашем веку, по крайней мере. Это короткометражный фильм Ларисы Шепетько «Родина электричества» по одноименному раннему рассказу Платонова и вот «Одинокий голос человека по реке Потудань». Хотя их было, ну, дюжина была экранизаций, вот, включая «Любовников Марии» Андрея Михалкова-Кончаловского. Вот, но, собственно, только две достойных работы, которые действительно конгениальны Платонову. Понятно, что это невозможно экранизировать. Вот, я даже заготовил какие-то цитаты из рассказа Платонова, но не буду сейчас вас утомлять, просто вы наверняка его читали, понимаете, что экранизировать это невозможно, это словесная тавромахия, это совершенно невероятное проникновение в коллективное, бессознательное. И пусть Платонов менялся, и, собственно, рассказ, который лег в основу этого фильма, это поздний относительно рассказ Платонова, когда он уже отказался от каких-то гротескно-абсурдистских, таких сюрреалистических визий там, времен повести «Впрок» и «Чевенгура», в общем, которые были приговорены советской цензурой. Вот. Здесь гораздо более гармоничная, напоминающая классицистскую, восходящую там, к XIX веку фразу, конструкцию грамматическую, повествование. И тем не менее, совершенно, ну, когда просто с первых же строк, в общем-то, любой вещи Платоновой, особенно реки Потудань, просто проваливаешься в эту бездну, которая открывает глубиннейшую подоснову, тайну человеческой близости и желания. Вот, пожалуй, это центр этого рассказа. Сокуров обращается еще в пандан к этому рассказу, к некоторым другим текстам Платонова, в советское время не опубликованным. Чевенгур тогда был под запретом, но куски из него печатались под разными названиями. Вот. И некоторые сюжеты Сокуров использует. Вот, но в целом центр – это, конечно же, история Никиты, возвращающегося после гражданской войны в свой родной городок провинциальный, и Любы. И это история неимоверной истощенности, усталости, изнуренности и невозможности близости, и в то же время прорыв к этой близости. Это рассказ о сиротстве. Это действительно словесную ткань, эту тинктуру невозможно экранизировать, ее можно, наверное, как-то экранировать только. Вот. Но Сокуров совершает в этом своем дебютном фильме, что, конечно, совершенно невероятное чудо, прорыв в фильмическое пространство, которое конгениально действительно в фразе Платонова. Вот. От, собственно, прозы сохраняется лишь диалог, а все остальное доверяется движению камеры, движению листвы, деревьев, свету, использованию хроники, фотографии. И это, конечно же, сразу же этот фильм делает каким-то огромным событием
не просто в смысле приближения к тайне платоновской прозы, но и как событие чисто кинематографическое. Вообще, так немножко в бок, я бы рискнул сказать, что в конце 70-х в советском искусстве и шире в культуре происходит такой качественный скачок к усложнению картины мира, к усложнению формы. Это видно просто ретроспективно в разных искусствах. Там в 79-м году Тарковский делает «Сталкера», с которым, кстати говоря, об этом тоже хотелось бы, может быть, если я не забуду, сказать пару слов, потому что есть очень любопытные параллели с «Одиноким голосом человека». Не случайно Тарковский поддержал этот фильм, спас его, собственно, косвенным образом. Это, ну, в 79-м году Герман приступает к работе над Иваном Лапшиным, и в 79-м году выходит на сцене Московского драматического театра имени Станиславского спектакль Анатолия Васильева, с которого начинается, собственно, театральная революция в новом русском театре «Взрослая дочь молодого человека». В 79-м году выходит альбом трио Ганелина, Чекасина и Тарасова «Каталог», «Live in East Germany». Это первая авангардная джазовая группа советская, которая вообще получает какой бы то ни было резонанс за рубежом. Вот очень быстро становится популярной и вообще определяет во многом развитие экспериментальной авангардной музыки на десятилетия вперед, включая поп-механику Курёхина, который с Чекасиным выступал на фестивалях «Осенние ритмы» здесь, в Ленинграде, в разных составах. Вот. И книги, и в поэзии, и в литературе это тоже можно проследить. Качественный скачок какой-то усложненной форме, зарождение метареализма в поэзии, например, «Пушкинский дом» Андрея Битова и так далее, возникновение какого-то нового мышления. Конечно, это кумулятивный эффект, который собирался очень долго, и в 60-е здесь необходимо, конечно, учитывать. Вот. И «Зеркало» того же Тарковского, как предпосылка вообще такого кросс-жанрового, мультимедиального, что ли, исследования памяти, да, где уже фильмическое строится на разрывах и на склейках хроники, поэзии и, собственно, конвенционального художественного кинематографа. Да? Вот. Тем не менее, вот конец 70-х, он во многом определил какой-то мощный тормозной след, который не только сквозь 80-е пронес какие-то передовые достижения русского советского искусства, но и 90-е тоже захватил. Вот. И тоже рискну сказать, что он был исчерпан только, может быть, там, в конце 90-х, в начале 2000-х. Все самое интересное, что происходило, оно обязано именно вот этому рубежу 70-х, 80-х в русском искусстве. И очень знаменательным, очень симптоматичным, конечно, явлением был именно этот фильм Александра Сокурова. Попробую вот несколько пунктов таких кардинальных обозначить. Ну, во-первых, да, и они, конечно, связаны с тем, что фильм приняли в штыки, хотели уничтожить ректорат ФГИКа. И это были не только киночиновники, но и коллеги старшие Сокурова, кинематографисты, вот, которые просто выбегали с показов. Как известно, это запечатлено в воспоминаниях, как Герасимов выбежал там через 15 минут. Это невозможно. Вот. Ну, первое, что, конечно, являлось абсолютной крамолой и эстетической, и идеологической, и политической, вот, и то, что не утратило своего значения сегодня. Фильм открывается вообще с труда как проклятия. Вы знаете, что марксистская первая группа в России называлась «Освобождение труда»? И вообще весь коммунистический проект, он был завязан на это мессианистическое обещание, евангельское обещание разочуждения труда, освобождения труда. Без этого вообще никакое пролетарское, бесклассовое общество невозможно. Вот. А в фильме, в первых же кадрах,
нас сталкивают с тем, что труд – это что-то чудовищное, это проклятие человеческое, это кабала. Вот. Там первый же кадр – это колесо, которое вращают мужчины и женщины, крестьяне. Это дореволюционные, может быть, кадры или кадры сразу же пореволюционного времени, не суть. Это как бы метафизический образ, библейский образ труда, как проклятие, да, изгнание Израиля, собственно, с которого начинается история человечества, да. В бытии, это в поте лица, будете зарабатывать хлеб свой. Вот, труд как проклятие, он так и остается проклятием. Никита, главный герой, возвращается после гражданской войны, которая, казалось бы, должна освободить этот труд. Нет. Не должно быть больше ни хозяев, ни наемных работников, ни угнетенных, ни угнетателей. И первые слова в фильме: ну что, всех буржуев и кадетов порубали, да? Отец спрашивает Никиту. Вот. Порубали, да. А колесо, вот это жуткое, оно продолжает вращаться. Мы его продолжаем вращать. Это чудовищный, субверсивный, конечно, такой жест, вот, который подрывал, собственно, не только какую-то пропагандистскую, официальную, такую фасадную сторону, что ли, коммунистической идеологии, но почти вообще никак не вписывался в какой бы то ни было проект гуманистический. Вот. Потому что труд расчеловечивает, говорит Сакуров прямым текстом, просто вот этими хроникальными кадрами. Для никакого освобождения труда после революции, после гражданской войны не произошло. Это не только колесо, но и когда уже Никита приходит в свой городок, заглядывает в подвал работного дома, и там вдруг как будто бы из тачки Эйзенштейна или еще из какого-то раннесоветского немого фильма на нас обрушиваются кадры этих мокрых от пота, жутких таких филоновских каких-то тел, препарированных аналитически за счет легкого сдвига рамки и фокуса. Вот. Труд обрушивается на нас какой-то своей механистичной, расчеловечивающей силой. И это как бы вообще рефрен фильма. Труд как проклятие. Но жутко, вообще жутко. Вторая вещь — это то, что, как вы помните, в «Сталкере» Тарковского там несколько раз тоже рефреном всплывает «Дао Дэ Цзин» и «Евангельские». Слова про то, что будущее принадлежит слабости. Сила обречена. Сила не жизнеспособна. А будущее и, собственно, жизнь есть только у слабости и у хрупкости. Вот впервые настолько отчетливо в советском кинематографе артикулировано вообще, что история — это про слабость, про хрупкость, про ущербность, про бессилие. Потому что в центре вообще, это как бы и в рассказе Платонова, и в фильме, очень целомудренно, очень тонко, но вообще-то говоря, ядро все драматическое строится вокруг бессилия Никиты, любви. Платонов в рассказе вообще открывает, конечно, очень, очень глубокую тайну человеческого желания. Вот. В фильме этого, может быть, так четко нет, но в рассказе он впервые после возвращения встречает Любу вместе с Женей. И все время они первые разы, они встречаются втроем. И когда Женя умирает от тифа, он строгает ей гроб, отец ему помогает. И когда он видит ее в гробу, он ее так жалеет, что понимает, у него мысль проскакивает, что он бы мог бы Женю любить очень сильно. И вот это желание, оно соскальзывает с трупа Жени на Любу. То есть Платонов говорит, что любовь, она завязана фундаментальным образом на жалость, на это сублимированное желание, на жалость, страдания, которые проходят через опыт смерти. Без опыта смерти нет любви. Грубо говоря, это, казалось бы, такая контр-европейская, в смысле, психоанализа конструкция, вот, но на самом деле
Если посмотреть, примерно в это же время, рассказ написан в 1935 году, вот в это же время Лакан там начинает в клинике Сальпетрия в свои занятия. И позднее там и другие теоретики будут, и Кожев, и другие французские, не французские психоаналитики, исследователи, приближаться к этому очень, очень сложному, трагическому, по сути дела, узлу, где сублимация неотделима от кастрации, желание неотделимо от желания смерти, а смерть проходит через желание другого. И мы все время как бы крючком попадаем в эти жабры желания другого. Вот. Очень деликатно, очень тонко Платонов, по сути дела, не словами, не вербально, но пластически, самой конструкцией нарративной дает понять, что вот это желание близости идет от сиротства метафизического, и оно соскальзывает все время с личности на личность, через смерть, через опыт сострадания и жалости. Вот это, конечно, очень глубокое, очень страшное открытие. Не знаю, насколько сознательно Сокуров шел по этой канве Платонова, но в фильме это сохранено, даже при том, что роль Жени нивелирована. Она там только появляется буквально в одном кадре, потом умирает, и Никита строгает ей гроб с отцом. Вот. И тем не менее, есть в самой тинктуре, в самом фильмическом нечто, что подводит нас к этой эквивалентной прозрению Платонова истине, конечно, ослепляющей истине, которую вынести очень сложно. Вот, но большое искусство только такими истинами должно заниматься. Вот, и поразительно, что Сокуров в дебютном фильме вообще приближается к этой тайне. Конечно же, этот ущерб, это мужское бессилие, оно связано вот с этой слабостью, о которой я уже упомянул. Вот. То есть, понимая, там, что происходило в конце 70-х годов, 80-е годы, там, в 87-м, когда я посмотрел, например, этот фильм впервые, вот, тогда было очевидно, что это не просто акцент и переоценка вообще слабости и ущерба versus официальная героика подвига, труда, трудового подвига, коллективности, что это на самом деле, конечно, логически ведет к валоризации вообще асоциальности и маргинальности. Вот. И это центральная вообще тема всех 80-х, 90-х. Куда ни плюнь вообще. Но это открывает Сокуров в 78-м году. И это, конечно, каким-то образом связано с коллапсом коммунистического проекта. Вот. В рассказе Платонова есть еще очень важный такой центральный эпизод, он дважды повторяется, когда Никита с Любой приходят во время ледостава уже на замерзшую Потудань и ложатся и смотрят сквозь лед на течение реки. Река-то впадает куда-то, а их жизни никуда не впадают. То есть есть коммунистический проект, есть обетование будущего какого-то, да, коллективного будущего. А они уже там в 22-м или 23-м году, то есть когда еще только, казалось бы, жизнь разочужденная должна начинаться, разворачиваться в какой-то близости, в коллективном соединении, возникает это полное ощущение льда, зимы и отчуждения. Не только индивидуума от коллективного тела, но и между этими двумя страшно близкими, страшно похожими друг на друга, вы увидите это в фильме, любящими друг друга людьми. Вот. Я думаю, что вот этот апокалиптический аспект, который эксплицированно дан в «Сталкере» Тарковского, но там у него было алиби, как бы политическое.
У Стругацких все перенесено в некое абстрактное будущее и в некую абстрактную державу там, иностранную. Вот, а здесь это происходит сразу после революции в России советской. Вот. Это, конечно, ну, абсолютная крамола, нечто абсолютно неприемлемое для 1978 года, когда эстетический, идеологический режим еще, несмотря на свою окостенелость, все-таки пытался настаивать на каком-то своем видении будущего. Здесь мы сразу с первых же кадров попадаем в постисторию. Точно так же, как и в «Сталкере» Тарковского. Это апокалипсис уже произошел, постистория. Поразительно, что Сокуров это очень, очень бесстрашным образом привязывает к первым пореволюционным годам. Годам, простите. Вот. И он, конечно, в отличие от Платонова, это делает очень, очень подчеркнуто, очень настойчиво. Отсюда и вот этот фотографический ряд. Да, дореволюционное училище, дореволюционные лица, обладатели этого дома там, и так далее. Вот. То есть для него коллапс, апокалипсис уже произошел. Но парадоксальным образом он произошел уже к 22-му году. Тут, конечно, открывается поле для спекуляций исторических, политических, потому что ну, для многих, кстати говоря, правоверных большевиков, как и для Платонова самого, вот, введение НЭПа, то есть реконструкция того образа жизни, который должен был быть в ходе революции, гражданской войны разрушен, для многих явилось вообще чем ну, страшным вопросом. Вот. Архивы свидетельствуют о каких-то колоссальных количествах самоубийств этих большевиков. Для них это как бы было абсолютно неприемлемо. Вот. Не думаю, что Сокуров имел в виду вот этот исторический момент каким-то особым образом. Но сегодня с перспективы невозможно об этом не думать, вот, потому что на каком-то другом историческом витке в конце света повторялось то же самое. То есть на уровне политической риторики официальной мы входим в какое-то новое состояние общества. А на уровне реальности мы сталкиваемся с какой-то глубочайшей архаикой. Архаикой, которая еще глубже лежит в доисторическом прошлом, чем, собственно, непосредственно предшествовавшая революции, например, там, царская капиталистическая Россия. Вот. В фильме вот эта историческая петля, она как бы странным образом ухвачена. Мы в постистории. Все, конец света уже наступил. И в этом конце света нужно каким-то парадоксальным образом найти себя. А как найти себя после конца света? Вот. Это странно. Странно. В каком-то, опять-таки, парадоксальном, диалектическом таком снятии этого исторического парадокса можно увидеть еще одну такую петлю, политическую, идеологическую, может быть, бессознательную, даже против своей воли. Как художник иногда схватывает щупальцами то, что еще не проткнуло ток, не замкнуло цепь электрическую в уме. Вот. И то, что становится очевидным, может быть, только спустя 20-летия, 30-летия. Вот. И то, о чем я, конечно же, не думал в 87-м году, когда смотрел впервые этот фильм. Это то, что каким-то странным, непонятным мне образом, чудесным, может быть, вот это зернящееся в коммунистическом обещании освобождения, связанное с глубинным каким-то евангельским тоже обетованием, апокалиптическим, да, мессианическим, Сокуров вытаскивает и как бы размазывает по всему фильмическому, по всей темпоральности фильма.
Вот, это то, что проходит образ мира сего. А значит, имеющие жен, будьте как не имеющие жен. Имеющие что-то, будьте как не имеющие. Плачущие, будьте как не плачущие. И так далее. Вот это странная какая-то парадоксальная логика апостола Павла во втором послании к Коринфянам. Почему такое возможно? Потому что проходит образ мира сего. Вот. И в этом фильме это есть. И это разрезает вообще и сексуацию, и сексуальность. И желание перестает быть закоренено на вот этот диспозитив сексуальности. Этот диспозитив сексуальности проходит как образ мира сего. В фильме это совершенно гениально показано. То есть даже не показано на самом деле. Вот. То есть вопреки там Вингенштейну, не только то, о чем невозможно говорить, о том следует молчать, но и то, о чем следует молчать, невозможно показать. То есть есть вещи, которые невозможно показать, но которые возможно как будто бы дать тенью присутствия. Вот. Почему действительно это великий фильм? Потому что в нем тенью нависает вот очень грозной тенью нависает настоятельность на том, что так, как было, больше невозможно быть. Вот. И это касается, прежде всего, тайны пола, тайны близости человеческой, а значит, и самого глубинного человеческого естества. Вот. Наверное, это все, что я бы хотел сегодня сказать в преддверии этого фильма. Фильм, конечно, гораздо больше, чем то, что я сказал. Вот. Может быть, в качестве кода только, что я упомянул уже, что желание человеческое, оно как бы неизбежно завязано на проход через смерть, через опыт смерти. Мне кажется, что в этом фильме, как бы в свернутом виде, предугаданном уже темы всех будущих фильмов Сокурова, на самом деле. Потому что ну, вот другой мой самый любимый фильм у Сокурова «Камень», он вообще напрямую про вопрос материализации, дематериализации смерти. И как бы о границе между смертью и жизнью. Да, там как бы из смерти является друг Чехова и оживает благодаря заботе там, музейного сотрудника. Здесь тоже как бы сама пленка как будто бы уже подернута этой тенью исследования смерти. То есть как будто бы как тень разложения уже коснулась этой пленки. Вот. Но это станет темой более поздних фильмов Сокурова. Здесь он только подступается к этому. И все равно нераздельность любви, смерти и жизни, она здесь присутствует уже как в книге огромный знак вопроса. Трагический. Фильм трагический. Вот он светлый по сравнению с более поздними фильмами Сокурова, тем не менее очень трагический. И безысходный в каком-то смысле. Вот. Любовь безысходна. Близость безысходна. Ну и в этом свет. Давайте смотреть.